Добрый день, меня зовут Лукин Архан, я ученик 8 класса школы АИКАТА. Хочу вам представить тему нашей работы «Сравнительный анализ особенностей конуса куполообразных селищ народов мира Якутской берестяной Могол-Урасы». Актуальность нашей работы связана с тем, что последние десятилетия в Якутии и в других регионах идет процесс развития национальной культуры. Недавно берестяная Могол-Ураса, возведенная под руководством Бориса Федоровича Неустроева Мандарус, баяги Таттинского улуса восхитила своей красотой всех гостей. Возник вопрос об аутентичности древнего жилища якутов. Нас же заинтересовала сама Ураса и сравнение с жилищами других народов. В связи с этим мы поставили цель сделать сравнительный анализ купола и конусообразных жилищ у других народов мира. Это юрты монгольского и тюркского типа. Бигвам, яранга, типи у индейцев. Чум у северных народов, ураса у якутов. Сегодня в других регионах можно увидеть современные юрты. Бигвамы для туристов и как рестораны, выставочные места, магазины. А якутская ураса все чаще возводят для национальных праздников эсэх. Мы сделали сравнительный анализ по конструкции, по внутреннему убранству, дымоходу и другим разделам, который показал некоторые сходства и различия. Якутская берестяная Могол-Ураса в Таттинском улусе, селе Баяга, построена после изучения многочисленных материалов не только у себя в Якутии, но в музеях других городов, в Санкт-Петербурге и в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Следовательно, аутентичность Урасы не должна вызывать сомнений. И после анализа сделаны следующие выводы. Например, по сравнению с другими жилищами, якуты ставили остов из деревянных колонн по кругу и вкапывали прочно в землю. На них опирали шесты, которые завязывали тальником. Якуты использовали бересту для покрытия, другие народы в основном циновки из трав и векта, шкуры животных и войлок. Ураса у якутов использовалась только летом, и поэтому вещей было мало. В основном посуда для молочных продуктов, у других народов они хранились в сундуках. И в заключение хочу отметить, что сравнительный анализ жилищ народов мира показывает особенность берестяной урасы. Состоит не в конструкции, а в украшении орнаментами и узорами бересты, отделка остова резьбой, а опоры столбы как серьга. Жилища и национальная культура народов мира сегодня возрождаются, а в Якутии возрождение традиций и обычаев народа саха приобрело всенародный характер и все больше развивается. И возведение берестяной Могол-Урасы не только подчеркивает ее особенность по сравнению с жилищами народов мира, но это и призыв к сохранению своих истоков нашей культуры, духовности и родного якутского языка. Спасибо за внимание.